как я выхожу из ситуации, когда у меня не хватает рабочего поля для того, чтобы выставить базу и сверлить отверстие. Значит, длина рабочего поля у меня составляет 500 миллиметров. Тут у нас 529. Покажу, как я выхожу из этой ситуации. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и продолжим дальше. Отъезжаю станком в самый конец рабочего поля. Беру подкладку, там у нас было от края 30 миллиметров. Я взял подкладку 27,4 миллиметра. Выставил я кромкоискатель и поставил упор, прикрученный вместе с этой подкладкой. Вот она. Прикрепил я упор кромкоискателем, значит, коснулся именно к этой подкладке. Поскольку край, ну то есть диаметр кромкоискателя вот этой части составляет 4 миллиметра, мне нужно вписать плюс 2. То есть 27,4, вот эта вот подкладка, плюс 2, то есть до центра кромкоискателя, получается 29,4 миллиметра. То есть я вот вписал 29,4 миллиметра. И тогда я буду знать, что у меня до вот этого вот упора от оси инструмента будет 29,4 миллиметра. И все, мне только остается в правую сторону, то есть в обратную, отъехать всего лишь 0,6 миллиметра. И тогда у меня будет 0. И тогда я пропишу, отъеду на 30, пропишу здесь 0. И все. И это уже будет сразу же первое отверстие. Остается просверлить, ну, первое и остальные 8.